первые два периода в исполнении Сверстали выдались очень ударными, и команда, можно сказать, доминировала на площадке. Что случилось в третьей 20 минут? Наверное, потеряли концентрацию. 3-0 такой счет, мы уже сталкивались с такой ситуацией. Нам нужно было сыграть строго, надежно и по заданию. Где-то, может, расслабились опять. И мелкие ошибки эти, так нельзя было играть. И очень обидно упустили матч. Те эмоции, те ощущения, тот эмоциональный настрой, который был вот в первых двух периодах, он остался с ним, скажем так, на следующий матч, если вот отринуть все, что было сейчас, сможет команда выйти и показать тот же хоккей? Ну, я считаю, да, мы играли с лидером, и я считаю, довольно-таки хорошо играли, уверенно, и главное эту уверенность перенести на следующий матч, проанализировать ошибки и больше не допускать их. У тебя сегодня сразу 2 очка. До этого были периоды, когда были проблемы с набранными баллами. Какие у тебя лично сейчас эмоции о своей игре по этому матчу? Ну, приятно. Наконец-то забил. Очень хотелось забить. Были моменты у меня, но что-то не получалось. Ну, повезло. Партнеры там где-то. Вот. Нужно продолжать. Главное, чтобы команда побеждала, а очки — это не важно.